неделю назад начал ломать. В нашем городе состоялось торжественное празднование военно-морского флота. В честь этого события в Салавате традиционно у вечного огня собрались люди в тельняшках и без козырков, не понаслышке знающие морскую службу и флотскую жизнь. Уважаемые моряки, с праздником вас, с Днем военно-морского флота. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, спокойных рабочих будней и ярких душевных праздников. Семейного счастья и благополучия, мирного неба над головой. 7 футов под килем. С нами Бог и Андреевский флаг. От имени главы администрации городского округа город Салават Игоря Геннадьевича Миронова от себя лично поздравляю вас с Днем военно-морского флота. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Мы чествуем наших военнослужащих, ветеранов, и также мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину. Уважаемые ветераны, салаватцы, предлагаю почтить память погибшим минутой молчания. Офицеры, мичманы, старшины, матросы, одним словом, все те, кто в разные годы защищал и продолжает защищать морские границы нашего Отечества, получили в этот день особое признание. Для тех, кто нес службу под Андреевским флагом, это самый дорогой и важный праздник. После войны отец воевал, Северный флот был, десантник он был, десант морской пехоты, старший сержант, связист был. Ну, по стопам отца я тоже пошел так. Вот у меня значок. Вот. Поэтому я, как отец, и так же, как коммунист он был, и я коммунист, я этот праздник уважаю. Вот. Дедов и братьев, сестер, все, которые прошли, это начиная 17 год. И, вот. И сейчас ребята, вот, которые наш долг, они выполняют, как советские войны. Ветеран 62-66 год. Служил 4 года полярным. Учебку прошел в Ленинграде, в КУОПе. В КУОПе уже 8 месяцев. 8 по направлению попал в полярный. Там служил под водой, подводником. В КУОПе мы ходили в походы, Гибралтар проходили. И были 3 месяца, плавали под по морям. В этот день звучали слова благодарности. Были награждены моряки, внесшие вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовку молодежи к службе в вооруженных силах и вклад в развитие ветеранского движения, приверженность флотским традициям. Память о погибших за свою родину героев присутствующие почтили минутой молчания и возложением цветов. День военно-морского флота не просто официальный праздник. Прежде всего, это повод встретиться с друзьями, пожелать друг другу 7 футов под килем и, конечно же, вспомнить тех, кто отдал свои жизни, защищая водные границы нашей Родины. Альбина Кашапова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».